Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре новый проект, который называется Stroop Wafel Finance. Это такая децентрализованная биржа, работающая на блокчейне Binance Smart Chain, которая объединяет возможности NFT в DeFi и их экосистема. NFT позволяет инвесторам иметь доступ к различным вариантам финансирования, используя именно уникальные технологии ERC-721. Сейчас у проекта идет пресейл. Это непростой пресейл. У них там имеется очень крутой конкурс для всех, кто купит их токены на пресейле. Поэтому давайте знакомиться с данным проектом более подробно. Ну а для этого перейдем на их сайт. Итак, первым делом я хотел бы поговорить с вами о пресейле, который у нас уже проходит на данный момент. У проекта имеется свой токен, токен с Wafel, да, то есть, ну как, вафля по-английски, 800 тысяч токенов уже в продаже. Да, то есть мы можем с вами это дело все приобрести. Получается, один токен у нас равен 0,0025 BNB. Также на данный момент продано у нас 1738 токенов, да, то есть дата окончания предпродажи 7 октября 2021 года в 20.00 по UTS. Оставшееся время 11 дней. Минимальная покупка здесь у нас получается 0,01 BNB. И чтобы приобрести их, что нам необходимо? Во-первых, нам необходимо разблокировать кошелек. Да, нажимаем разблокировать, выбираем либо там MetaMask, либо кошелек BSC. А я выбираю MetaMask, нажимаю его. Далее нам необходимо просто подключиться к этому сайту. Да, далее и подключиться. Итак, мы подключились. Ну а теперь мы можем уже приобретать данные токены. То есть минимальная сумма 0.01, давайте я покажу вам, как их приобрести, просто куплю на эту самую сумму. Итак, мы ввели сумму BNB, далее что нам необходимо сделать, это нажать кнопочку «Купить», у нас цена за газ вот такая вот, да, и дальше мы нажимаем кнопку «Подтвердить». Все, наша транзакция ушла в блокчейн, как только она обработается, да, то есть я стану участником пресейла. Ну и по окончанию пресейла мне пришлют эти самые токены, да, Wafel, с Wafel, если быть точнее, да. И я их уже получу на свой кошелек, с помощью которого я и приобрел. Итак, наша транзакция прошла успешно, как видите, успех, да, то есть я приобрел их. Ну и в дальнейшем я уже получу эти токены. Итак, как я и говорил, здесь имеется такой конкурс для всех ранних инвесторов, тех, кто купит на пресейле. Итак, давайте посмотрим. Получается, что инвесторы, которые купят минимум на 1 BNB, да, на пресейле, получат первый приз будет 5000 BUSD, да, то есть 5000 долларов, также будет по 3000 долларов и 2000 долларов, да, то есть суммарно будет, получается, 10 тысяч долларов призовых, и призы получат в течение 24 часов после пресейла, да, то есть в этот момент как раз-таки все, кто, ну, повыиграет, да, я думаю, у них будет это везде объявлено, во всех соцсетях, там, и в телеге, и в твиттере, и так далее, да, и можно будет это посмотреть. Здесь также написано данные у нас о пресейле, да, фарминг Will Start Block, вот такой вот, кончает 7 октября, но это я сказал, да. И здесь также будет у нас добавлена ликвидность, 10 тысяч вот этих самых токенов в Wafel BNB и Wafel BUSD. Ну и здесь мы видим, как еще распределены эти токены. На пресейл 44%, на фарминг 46%, в команде 5% и также маркетинг и баунти они выделили 5%. Что касается самого продукта. Как я и сказал, это такая биржа. Здесь достаточно много всего будет. Это и торговля, да, то есть можно купить будет, продать, добавить ликвидность. Все это будет вместе. Ликвидные фермы, да, то есть, ну, давайте также присоединимся с помощью MetaMask. Мы с вами коннектимся. Все, мы приконнектились, вот наш кошелек. Сюда можно будет отправлять в ликвидность также, да, то есть фармить. Здесь у нас получается пока не прописано АПР, сколько он будет, неизвестно. Но я думаю, на начальном этапе он будет действительно очень и очень большой. Ликвидные фермы также, да, пулы различные тоже здесь у нас не прописано это дело. А также, что интересно, здесь у нас рынок NFT, где можно будет приобретать вот эти самые NFT, да, то есть здесь мы их видим. Цена у нас от 100 вот этих самых токенов с Wafel, да, то есть различные такие вафельки крутые, все они уникальные также, да, и все такие интересные. То есть приобретать их можно будет, да, то есть мы утверждаем контракт и также разрешаем, ну и уже можем потом покупать вот эти самые NFT, какие вам понравятся.
Да, то есть здесь и чеканка NFT у нас скоро появится, добыча NFT также будет, да, внесите свои токены с Waffle на какой-то случайный NFT-R, чтобы позже будет продан на рынке, и более подробная информация уже скоро появится, да, все это здесь будет. Также здесь график цен, но это PoCoin. И что касается аудитов. Скоро они обещают пройти аудит на TechRate, да, и также эфирный авторитет скоро будет, да, все это скоро будет у нас уже в ближайшем времени. Вообще у проекта имеется вся документация, с которой я вам также советую, конечно же, ознакомиться. Здесь у нас все прописано и про продукты, да, про NFT Marketplace, также NFT Mint, который у нас скоро будет и так далее. Все это здесь имеется. Ну а самое такое интересное, давайте мы посмотрим с вами дорожную карту, что у нас запланировано на ближайшее будущее и что скоро выйдет. Как я и сказал, да, то есть они сделали Migration Code. Также у них сейчас идет пресейл, да, то есть вот этот приз, giveaway, да, который можно будет выиграть, баунти они далее планируют. Также они, конечно, сразу же появятся на CoinGecko и CoinMarketCap. Также DappRadar, CoinPaprika, ну и так далее. NFT Marketplace они уже создали, далее у них будет еще там большая система, экосистема вот этого самого NFT, различные партнерства, также 25 тысяч холдеров и 10 миллионов market cap. Все это они уже в ближайшее будущее хотят достигнуть, да, ну, соответственно, после того, как завершат свой пресейл. Далее у нас идет аудит от Certica, также airdrop 100 тысяч холдеров и 50 миллионов market cap. Ну и далее NFT Marketplace 2.0, и также они хотят добавить кросс-чейн на другие блокчейны, да, можно будет легко свапать туда-сюда, тоже очень удобно, я думаю, многим это понравится. Что еще интересно, у них есть так называемый buyback in burn механизм, да, то есть, ну, это выкуп и сжигание. То есть, получается, 2,9% у нас от каждых ферм, да, когда закидывают ликвидность, берется такой налог. Часть будет сжигаться, да, то есть 2%, получается, процента будет уйти на сжигание и также на их выкуп. Ну, соответственно, цена от этого не должна падать, по идее. Мне кажется, это хорошее решение, да, то есть для того, чтобы поддерживать цену токена. Мне кажется, это неплохо. Поэтому, если хотите поучаствовать в данном пресейле, то, конечно, сделать это лучше сейчас. Ну, если вы будете участвовать, да, и заходить на 1BNB, вы можете поучаствовать в конкурсе. Конечно же, мы с вами помним о рисках, да, то есть криптовалюта — это достаточно такое рискованное мероприятие. Здесь можно как потерять, так и заработать. Я не знаю, будут здесь иксы, сможем ли мы здесь поднять. То есть, перед тем, как инвестировать в любой проект, вы должны еще самостоятельно его изучить. Ну и, конечно же, принимать все за и против тоже самостоятельно. Я просто делаю обзоры, я никого никуда не зазываю. Я вам рассказал, если вам он понравился, вы в него заходите. Не понравился, вы в него не заходите. Здесь все просто. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект Strubwaffle понравился, выглядит он интересно. Не знаю, будут ли здесь иксы, но мне кажется, присмотреться к нему стоит. Все ссылочки на проект я, как обычно, оставлю в описании под этим видео. Переходим и изучаем. Ну а у меня на этом все, я желаю вам большого профита и всем пока!